благодать или благословение ниспошли на подручных твоих. Дай нам, Бог, совершить омовение, окунаясь в святая святых. Все пороки, грехи и печали, равнодушие, согласие и спор, пар, который вот только наддали, вышибает, как пули, и спор. То, что мучит тебя, испарится и поднимется вверх к небесам. Ты же, очистившись, должен спуститься, пар с грехами расправиться сам. Не стремись прежде времени к душу, не равняй с очищением мытье. Надо выпороть веником душу, нужно выпарить смрад из нее. Исцеление от язвы уродства — это душ из живительных вод. Это словно возврат первородства или нет осушения болот. Здесь нет голых, стесняться не надо, что кривая рука да нога. Здесь подобие райского сада, пропуск всем, кто раздет до нога. И в предбаннике, сбросивши вещи, всю одетость свою позабудь. Одинаково веничек хлещет, так что зря не выпячивай грудь. Все равны здесь единым богатством, все легко переносят жару. Здесь свободу и равенство с братством ощущаешь в кромешном пару. Загоняй поколение в парную и крещение принять убеди. Лей на нас свою воду святую и от варварства освободи. Благодать или благословение ниспошли на подручных твоих. Дай нам, Бог, совершить омовение, окунаясь в святая святых.